вами Бойфренд. Надеюсь, вы ждали моего нового видео, да. Давненько-то у меня не было длинных видео. Про Roblox, например. Уже не на канале, уже было видео. Кстати, ссылка на него в комментариях. Точнее, в описании. Ха-ха. Это не шутка. Так, ладно. Сейчас я буду быстро проходить. На том телефоне у меня очень сильно лагало. Спросите, про какой я телефон сейчас говорю. У меня просто новый телефон есть. И с него все очень быстро загружается. Кстати, ребят, подпишитесь, пожалуйста, на мой аккаунт в Телеграме. И, кстати, ребят, у меня завтра день рождения. Завтра уже. Поэтому подпишитесь на канал. В смысле, почему я умер? Это незаконно, я буду жаловаться. Ладно, шучу. Слишком у меня шутки от бойфренда уже. С ума сошли. Нет. Совсем нет. Как-нибудь, да. Так. Блин, это хорроры всякие. О, повезло, повезло. Блин, а тут как надо было? Блин, надо было сразу две перескочить. Капец. Что-то я только что прыжок купил. Слишком громкий звук. На этом телефоне звук такой, настолько прям еще не было. Бабло. Вот это какой бабло? Бабло. Вообще понятия не имею, как это правильно обозначать. Так, ладно. Мне кажется, вы ждете его в канале Roblox, третья часть. Обязательно будет. Я... Немного надо сделать потише. Хорроры. Играем в хоррор. Пусти. Чего, блин? Какой хоррор? Все, кто в современных веках, сейчас понимают, что это значит. У меня целых 600 монет в этой башне бога и 12 побед. А вы думаете, почему у тебя 12 побед и так мало монет? Я потому что их трачу иногда. Я еще прыжок сегодня покупал. Да почему, в смысле, это незаконно, согласен со всеми. 3 минуты. До сих пор не могу пройти этот самый момент, который нечестно вздыхаю. Почему именно, когда я не дотрагиваюсь, я вздыхаю? Вы хоть понимаете, это не так надо проходить. Странно, почему я сразу сдох. Быстренько. В смысле? Что происходит? Почему я снова умер? Тупо невозможно так. Ребят, спасибо вам огромное за 300 подписчиков. За 320 тоже. За все. А как я это пройду? Блин, меня скинуло. Ой, все куда-то заходят в другую игру. Что-то там интересно. Эвент. Кстати, так повезло, что никто еще не ускорял время. Раньше мне казалось, что это делала система, а на самом деле нет. Да почему? Я же нормально там все проходил. Надо было... Сейчас надо пойти на хитрость. Спросите, это как на хитрость? Что? Почему я стал таким некрасивым? Что? Почему все голубое? А я не понял. Согласен, что тут? Все голубое, плохо же видно. Ну, пойду за этим чуваком. О, это каким образом надо быть таким дальтоником, чтобы включать именно это? Минус время. Капец, как не повезло сейчас. Ладно, успеваю. Уровни теперь по-другому. Все, все голубое. То зеленое вообще. Она вообще, гляньте на эту девчонку. У меня вообще глаза фиолетовые. Это законно, у меня глаза белые должны.
Почему у меня фиолетовые зрачки? Смотрите мне в глаза. Фиолетовые, прикиньте. Фиолетовые. Давайте я подожду кое-что. Все, вот вам новая башня, ребят. Погнали проходить. Надеюсь, тут не так сложно. Это тут взятые испытания из прошлой башни. Возможно, пишут сейчас. Главное, чтобы не матерились. Ну, вы сами поняли, типа, главное, чтобы не матерились в чате. А то было такое. Женя видео снимала, там я в чате увидел какой-то мат непонятный. Давайте сейчас не об этом. Сейчас у меня какие глаза? А, зеленые! Точняк. Ребята, напишите в комментариях, какой у вас цвет глаз. У меня карие в реальной жизни. Просто мне в Роблоксе эта улыбка нравится, поэтому я решил себе применить. Хоть тут и зеленые глаза, но все равно. Все равно у меня карие глаза. Я вообще в шоке. Не бывает же фиолетовых. Ту-ду-ду. Джингл Беллс. Погнали, короче, далее. Как быстро! Насколько? Ребят, кто из вас в Roblox вообще играет? Я в шоке прям. Я немного совсем застопорился с этим без голоса, да? Еще бы. Попробую от первого лица проходить. Так, ладно. Кто-то пишет видео, пиши я. Я. Итак. Видео. О. Так, ладно. Итак, что же дальше? Это так долго уже целых. Чего? Странная фигня. Это годный лайфхак. Теперь все преграды для меня маленькие. Я могу видеть, что делаю. Вы сильно мешай. А кто-то включил режим. Замочка. Оу! Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Сейчас будет безумно быстро. Я не понятия не имею. А, Б! Теперь я не вижу, что делаю. Жизнь полная для таких, как я. Адреналин! X4, ту-ду-ду-ду. Ладно, пока. Погнали. Флексим. Ребята, можете меня с днем рождения поздравить либо в Ютубе в комментариях, либо в Телеграме. Ссылка будет в описании. Я уже в начале видео это говорил. Кстати, я про начало видео, это еще не конец видео. До сих пор меня никто не может обогнать. Я до сих пор дальше всех прыгаю.
Главное это не говорить сейчас, потому что я сейчас могу просто тупо умереть. И это будет безумно тупо с моей стороны. Да, Бобус. А, у него и правда ника Бобус. Я четко сказал. А Бобус недоделанный. Ладно, хоть меня и один Абобус этот обгоняет. А я и без Абобусов. А, он сдох тупо тут. Теперь я первый. Жизнь для таких, как особенно я. Так, ладно. Чё? Я так быстро тупо дошел почти до самого конца? Это вы хотите так сказать? Я в шоке. Я не знаю, вот я прям ни разу еще не упал на этой башне. Но каким это безумным Абобусом? Я в шоке. Я сдох. На голубом. Не на синем, на голубом. Ну, как я говорил, быстро проходим. Я просто сейчас не замечу, как пройду назад до того же уровня. А Бобус, Эля Бобус, блин, адреналин. Сколько можно, блин, сдыхать? Я ненавижу это, ладно. Ну, хоть я никогда не падаю вот на этом первом оранжевом. Быстро я. Фанс Абобус. Ту-д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 у. Слышь ты, Абобус, девчоночка. О, X2. Вы что, хотите меня X2 напугать? Меня это не напугает. Ребят, кого тоже это не пугает? Тихо. Я упал на одном... На одной штуке. Снова Абобус догоняет. Главное не умереть по своей же тупости, как в прошлый раз. Жиза. Жиза это жизненное такое что-то. Да кто тут все сдыхают вообще? Откуда? Почему я упал? Прям с самого конца до самого начала. Спасибо, Роблокс. И тут начал падать. Ладно, короче, побежали проходить быстро. Уже без оглядки. Как говорится, бегай, куда глаза глядят. Вот я так и делаю сейчас. Просто бесконечно. Как? Я не дотрагивался. Слышите вы, Абобусы? X2 уже бесполезно. Давайте, когда следующая башня будет, я продолжу. Извините, так поздно. Новая башня только уже появилась. Взяли испытание из того уровня. Только бы сейчас ничего не было. Не вообще. Блин, а зачем? Я только в Ютубе пишу, вы все в ТикТоке. Вы все в ТикТоке. Я могу сказать, нет, я в Ютубе и в Телеграме. Кстати, ребята, пишите в комментариях, кто тоже не сидит в ТикТоке, как я. Я вот Ютуб шорт только смотрю. Мне кажется, Ютуб лучше, чем ТикТок. А вы как считаете? Нет! Чё вы материтесь, блин, в чате? У меня видео тут вообще-то. Ладно уже, пускай. Попробую это вырезать. Нет! Ладно, хоть сюда упал, спасибо. Господи, что у меня хоть не сдох до самого начала. Ш-
Еще скажите, что что-то... Ладно. Повезло, повезло. В смысле? Напишем «да», ради того, чтобы только ускорить. Ой, время ускорили, я думал бег. До побачення. Как украинские. Валим. X4. О нет! X4! Апокалипсис! Сегодня случился зомби-апокалипсис. Да, бесит, я каждый раз туда и падаю, ладно. Хоть полностью не объяснили. Все, новая башня настала. Побежали. Вот, давайте дальше. Не спрашивайте, зачем я ставила на паузу. Адреналина. Ладно. Я думала, они, да, дадут хотя бы скорость. И она уже на желтом. Иногда мне прыжок мешает. Что очень трудно. Вы чё, блин, смеётесь? Вы серьёзно смеётесь? Когда будет ровно 20 минут, тогда, наверное, закончу видео. Нафига? А Бобус этот уже успел прийти до конца. Да. Безумно что-то непонятно. Алло. Ладно, ребят. Это было уникальное видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик. С вами был я, Бойфренд. Точнее, Лаки Бойфренд. Забылся совсем. Как я и говорил уже, всем пока-пока.